третий день Паралимпийских игр 2020 копилка Узбекистана пополнилась еще одной медалью, на этот раз серебряной. Завоевала ее параатлетка Аселя Мирзаёрова. В прыжках в длину в классе Т-11 она зафиксировала отметку в 4,91 метра. Это стало вторым показателем. Поздравляем Аселю и весь Узбекистан. Мы благодарны президенту за все условия, которые созданы для наших спортсменов, за предоставленную возможность приехать и выступить на равных на таком турнире. Сегодня исторический для нас день, потому что впервые среди людей с ограниченными возможностями, а именно среди незрячих женщин, Асила Мирзаёрова завоевала первую медаль. Мы очень рады. Пусть будут результаты и в последующих соревнованиях. Эта медаль принадлежит всему нашему народу. Это пусть и маленький, но достойный подарок на 30-летие независимости нашего государства. Камтарана бўлсам, сова қилдик бўлдингиз. Асила гапир. Ассалому алейкум, Узбекистан. Узбекистан сағынды. Мы очень соскучились по Узбекистану. Я очень рада, что смогла пополнить копилку нашей сборной серебряной медалью. Это все результат того внимания, которое уделяется незрячим людям, в частности спортсменам. Благодарю президента, родителей и тренеров. Все мы приложили максимальные усилия, чтобы добиться этого успеха. Сейчас я получила второе место. Думаю, что это к лучшему. У меня будет мотивация улучшить свой результат на других международных соревнованиях.